Я видел сегодня седую старушку. В автобус войдя, она села со мной. Косынку заправив рукой за ушко, она телефон свой достала чудной. Обычный мобильный серого цвета, и пара мелких царапин видны. Но необычным в нем было не это. Меня удивила в нем надпись одна. На экране его загорелась любимый. И фото седого в очках старика. Она, подняв трубку, ответила: «Милый, доктор сказал, поживу я пока. Я села в автобус уже близко к дому. Не нужно, не вздумай, обед не готовь. И пусть кто-то мыслит сейчас по-другому, но я был уверен, что видел любовь».